что, друзья, как думаете, куда нам поворачивать? Правильно, налево. Ждем. Стоп. Там никого. Это Субару вяло поворачивает. Да, там чувак с бородой. Вот этого я никогда не понимал. Чего людям дает борода? Я вообще слышал, что борода — это жена Гии. Так или нет? Ой, смотрите, смотрите. Вот. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Ладно, в общем, я еду, слушаю свою корневую музыку, своих статус-кво и ориентируюсь на то, на что я всегда ориентировался, друзья мои. И только так, иначе никак. И даже если все тебя бросят, все от тебя отступятся, все будут считать тебя сумасшедшим, каким-то не таким, но если в твоих жилах течет группа Rolling Stones, великий корневой американский блюз, то советую тебе оставаться с блюзом. Все остальное будет, друг мой, все остальное будет. Но это, как говорится, тоже. Я хорошо расхрабрился. Есть вещи, которые превыше, как говорится, тебя и меня. Женская любовь превыше тебя и меня. Вообще, я уже это многократно говорил. Извините, можете, конечно, закидать меня тухлыми помидорами, но я считаю, что мужчина абсолютно беспомощен во взаимоотношениях с женщиной. Все там зависит целиком от женщины на 100%. И, как говорится, благосклонна она, ты счастлив, не благосклонна, ты несчастлив. Но пока ты несчастлив, есть варианты поиграть в игры, пообщаться с друзьями, тоже есть определенный вариант. Двигаемся.